4 насыщенных дня, 9 игр, 6 команд и масса положительных эмоций. Видно, прошел первый международный турнир по хоккею «Дружба». Спортсмены приехали из нескольких стран. У них разный возраст и уровень подготовки, но всех объединяет одно – страстная любовь к хоккею. Турнир любительский, то есть у нас играют все любители, но очень сильные любители. Многие поиграли в очень серьезных лигах, молодежных хоккейной лиги. Там есть ребята, которые играли в континентальной хоккейной лиге, в нашей, в европейских лигах и так далее. То есть хоккей такой разнообразный. Швейцария, Казахстан, Белоруссия, Германия и, конечно, Россия – такова география участников. Нашу страну представили сразу две команды – «Альфа» из Москвы и «Видновский Металлург». По результатам всех матчей турнира именно они вышли вперед, так что финал получился российский. Идеальная форма сейчас у команды, потому что сейчас начинается серия плей-офф. И этот кубок прям лишний раз доказывает, что команда сейчас в том состоянии, в котором она должна быть. Свидетелями идеальной формы наших хоккеистов стали все, кто пришел в ледовый дворец «Арктика». Видновчане быстро захватили лидерство. Уже к концу первой 20-минутки на табло горели цифры 4-0. И дальше преимущество только нарастало. В перерывах между периодами спортсмены признавались, что для победы важны и командный дух, и поддержка болельщиков, и особая дружелюбная атмосфера турнира. Все очень дружелюбно. У нас команды вот после хоккейного дня всегда собираются вместе. Вот, и мы сидим, общаемся, обмениваемся, так сказать, опытом, несмотря на коронавирус. Так что все, ну, действительно, дружба. Здесь главное вот праздник спорта. И праздник, конечно, удался. Финальный матч закончился победой «Металлурга» 8-3. Спортсмены стали обладателями главного кубка соревнований. Следующий второй международный хоккейный турнир «Дружба» запланирован на осень этого года. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.